Добрый день, друзья! Очень рада вас приветствовать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня видите и слушаете. О, прекрасно, вижу. Спасибо большое. Я сегодня вас хочу зарядить классным парфюмерным настроением и рассказать вам про нашу новинку 18-го каталога. Я очень надеюсь, что этот аромат будет вашим вдохновением этой зимой и принесет очень много ярких красок в вашу жизнь. Давайте подумаем. Помним ли мы о наших детских мечтах? Вспоминаем ли мы о них? Замечаем ли мы, что они воплощаются в нашу взрослую жизнь? Мы с вами все родом из детства. Мы были маленькими девочками и мальчиками, которые верили, что все у нас получится, которые верили, что Вселенная нас любит. И в детстве ведь так легко было перевоплотиться в кого угодно. Мы были шеф-поварами, которые пекли вкусные тортики, пирожные из песка и формочек. Мы могли превратиться в супергероев. Мы могли превратиться в волшебников с волшебными палочками и исполнять чудеса. Мальчишки превращались в космонавтов. И все так было в реальности, все казалось, что легко воплотимо. А ведь у нас была всего лишь наша смекалка и воображение. И с помощью смекалки воображения мы могли решить любой вопрос. Так вот, нашим новым ароматом мы призываем вспомнить о том, что в каждом из нас живет этот маленький ребенок. Наивный, добрый, жизнерадостный. И этот внутренний ребенок есть наша суперсила. То есть каждый из нас супергерой, обладающий невероятными способностями. Мы призываем вас быть настоящим. Мечтать, как в детстве, нести в этот мир любовь и добро. И тогда все будет супер. Сейчас я вам хочу показать ролик, который мы сняли на наш новый аромат. Пожалуйста, включите значок видео, чтобы этот ролик было видно и слышно. От Фаберлик. Да, наш новый аромат называется Super Girl. Он про супер девчонок. И будет он в продаже с 18-го каталога. У нас будет вот такой яркий разворот. Конечно же, супергерои обычно изображаются в виде комиксов. Поэтому наша супергероиня тоже в виде комикса. А на пенале у нас нарисована целая история из нашего ролика. Ну, скоро, я думаю, можно будет как раз эту продукцию приобрести и все рассмотреть. Такой классный яркий аромат могла создать только такая же классная супергерл. Это суперпарфюмер Дафни Бюже. Это новый член нашей команды парфюмеров. Дафни Бюже делает самые трендовые и модные ароматы. Из последних новинок это аромат Dolce & Gabbana Кей, который они выпустили этой осенью. Это аромат и скандал от Жан-Поль Готье. И для нас она тоже создала мега крутую новинку аромат Супергерл. Аромат создан яркими фруктовыми нотами, чтобы он создавал настроение. И обязательно есть цветочные нюансы, которые, несмотря на дерзкость, придают женственность. Такая нас новинка ждет в 18-м каталоге. И, внимание, в 18-м каталоге, как и обещали, мы опять делаем парфюмированную страницу. И обязательно парфюмированная страница будет на нашу новинку. Так, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте во вкладке «Вопросы».
мы обязательно на них ответим. Может быть, у вас есть предложение, какую тему вы хотели бы услышать по парфюмерии на следующем вебинаре. Если у вас появятся вопросы, в любом случае вы нам присылайте, и тогда на следующем вебинаре мы вам ответим на них. А на сегодня мы эфир завершаем. Большое вам спасибо за внимание. Всего до новых встреч!